Всем привет, друзья, подписчики на канал. Сегодня снимаю свой рум-тур. Меня очень много просило людей, чтобы я снял, все-таки показал, что у меня в комнате есть. И все такое. Сейчас я вам ее покажу, раз уж вам так интересно. Не знаю, может быть, кому-то не интересно. Сейчас шкаф закрою, чтобы что-нибудь там не спалили. Что у меня тут еще есть? Ну, вроде бы все. Я вам покажу только одну часть комнаты, потому что вторая часть, она как бы не моя. Моего брата, мы с ним живем в одной комнате. Одна половина комната его, одна половина комната моя. И вот. В общем-то, вот смотрите, что у меня есть. Сейчас проведем краткий обзор моей комнаты. Вот, в общем-то. Вот это первая моя основная часть, где я работаю, где у меня все делается, монтируется и так далее. Вот. Вот это значит моя книжная полка. Тут коллекция моих коробочек разных. Такие коробочки. Вот это моя самая любимая такая. Она там еще открывается, вообще прикольная. Так, вот, в общем-то, вот тут всякие книжечки, игрушки, кепки. Ну, в общем-то, всякий мусор сюда скидываю, и все. Наверху тут у меня тоже всякий мусор, учебники. Там тоже мусор. Вот тут мои фоточки. Во, ничего себе, тут даже лица определяет. Ну, какие-то бредовые детские фоточки. В общем-то, ничего интересного. Тут... У меня хранятся мои линзы, которые я не ношу, камера там, все лежит тут, наушники. Вообще, все, что нужно, и нужно будет быстро, например, достать, у меня тут все есть. Вот тут тоже, это чтобы быстро достать, например, ко мне в комнату гопники вошли, я взял вот так вот ножик, и все. И гопники испугаются и уйдут, наверное. Ну, хотя посмотрим, может быть, и не уйдут. Тут опять же какие-то фоточки из моего детства. Тут мой компьютер, клавиатура, мышка, коврик. Тут все самое нужное, наушники там, карта школьная, телефон и так далее. Тут принтер. Это, кстати, этот усилок от гитары моей электронной, которую я не играю, потому что она сломанная. Мои колонки. Вообще, кстати, колонки очень старые. Таких колонок я вообще давно не видел, кстати говоря. Они реально очень старые просто. Тоже какие-то мусор. Я думаю, под этим столом ничего интересного нету. Только мой комп, кто хотел. Вот, смотрите, он там зарос пылью. Это мох, может быть, даже уже. Ну, скорее всего, это пыль. В общем, неважно. Тут тоже бред разный. Тут магнитофон стоит. Тут мусорка стоит. Там дальше... Тут всякие геймпады лежат, провода тоже. У меня, кстати, есть коллекция камешков, о которой я вообще забыл. И никогда не доставал, не смотрел. Точнее, смотрел когда-то. Камешков уже нету. Интересно, где мои камешки? У меня там такая большая коллекция была. Прям вообще такая офигенная, реально большая коллекция. Разных всяких драгоценных камней и так далее. Там лежат всякие учебники, поэтому я показывать, думаю, не буду, потому что там реально скучно. Вот это моя кошка. Лайк закисуню. Ой, что-то называй какой-то. За палец меня кусает. Вот. Блин, она такая клевая. Никогда не замечал, что она такая клевая. Ну ладно, тут лежит мой портфель, мой этот, мой кровать. Тут вот мое оружие тоже, кстати. Вот тут я сплю головой сюда. А вот тут вот, сейчас я вам покажу, что тут. Вот так вот. Раньше я ходил на айкидо, и у меня с айкидо остались, короче, типа такой деревянный меч, там всякие приемы делать. Но сейчас перестал ходить на айкидо, потому что просто нету времени. Надо учиться, там все такое. Все такое. Вот мой шкаф. Вот я. Кстати, у меня... Футболка новая. Мне сегодня подарили офигенную футболку. Она тут и я тут есть. Вообще такая клевая. Тут YouTube написано. И я такой прям... Ну ладно, в общем-то, вот тут еще. Это самая середина комнаты. Тут у нас, значит, такая вот лазейка. Чтоб по ней лазить. Тут я как последний турникмен качаюсь. Ну, не качаюсь. Ну, тут, в принципе, вот тут ничего особенного. Комната моего брата, мой телек, мой медведь, моя бумага. Это на случай того, если захочу в туалет быстро. И вот, значит, тут тоже немного интересно. Тут, значит, смотрите, что у меня тут. У меня тут, значит, кроссовки, во-первых, не мои. Я их выброшу сюда.
видеомагнитофон, игры с PlayStation 2. Смотрите, как они, какие они в пыли все. Жесть. Как я давно их не трогал. Надо будет почистить все это. А то тут реально жесть какая-то. Много разных. О, у меня даже GTA San Andreas есть на PlayStation 2. Еще какие-то игры тут. Need for Speed Carbon. Всякие прикольные игры. Mortal Kombat даже есть. Вообще ништяк. Помню, как я залипал и тут играл. Кто тут знает, что у меня мозаички разные, конструктор. Это тоже неинтересно, собственно. Вот здесь у меня всякие приставки. У меня тут Sega где-то валяется. Вот от Sega. От... Это от чего? Тоже, по-моему, от Sega или от чего-то такого. Ну, по типу такого. Ну, или точно от Sega. Или... Ну, хотя выглядит как от PlayStation, но это не PlayStation, это... Либо от Sega, либо еще от чего-то. Вот тут, значит, моя PlayStation 2. Я в нее вообще не играю. Тут у меня есть супер-пупер геймпад, который я заказывал, вообще давно заказывал. Но он, короче, супер-пуперский такой, Defender. И вообще найсовый. Тут у меня коробочки, там тоже все разные игры лежат. И тут какие-то волосы. Там кто-то поселился, наверное. Ну, все возможно. И вот, в общем, я вот тут сижу вот с вами. Вот мои волосатые ноги. И, в общем-то, все. Это вся моя комната. Надеюсь, вам понравился этот бедрум. Этот рум-тур, или как-то так он называется. И, в общем-то, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки за друзей. А я вам говорю всем удачи, всем до новых встреч. Пока-пока-пока. Enjoy.